шипение. Ну, да. И себя слышно. Ой. Сейчас. Конечно. Так непривычно себя слышать. Хорошо. Чтобы точнее было, сейчас немножко фальшиво было. Мы точнее, да? Ну и в настроении, соответственно, музыки. Был зверь откровения, его победили. Ну как, кто будет первый рассказывать? Про что? Про ощущения. Здорово, не передаваем. Да. Да. Нет, ну ладно, это нет, ну так только по-честному, у нас все по-честному. Первый раз. Да, действительно, первый раз. Ну, опыт новый, конечно. Тем более вокальная запись. Такой инструментальный, это лично у меня-то был на записи. Угу. Оркестровый рабочий. А вокальный первый. Ну, у Анатолия же наверняка был опыт. Опыт записи вокальной? Да. Ну, на самом деле, если смотреть в студии, никогда не было. Не было? Нет, я раньше просто записывал сам, там, дома, допустим, где-то. На какой-нибудь телефон когда. Угу. А так, чтобы... Не, ну так-то, наверное, многие, да, записывали. Это да, на фон, в любом случае. А я думала... Такой интеллигентный молодой человек, белый рубашка, такой галстук. Я думаю, что вы где-нибудь поете. В планах. А, это в планах. Андрей, сейчас соло будет. Сольное выступление. Да. Аплодисменты. Аплодисменты.